Телеканал КРТ представляє. Ну а от ми бачили, як критикує пані Супрун систему СМАШ, яка побудована була у радянські часи. Я так розумію, що і в Англії теж побудували по принципу СМАШ. Яка там була, от поясніть, яка зараз у Британії система освіти, здравоохоронна система, і яка в нас була, і що зараз будують? Вот на самом деле, вот это очень интересный вопрос, который мы сразу подняли. Цель. Да? Вот когда лорд Беверидж формировал систему здравоохранения, описывал систему здравоохранения Великобритании современную, в 1942 году он опубликовал свой доклад, начали они делать это в 1944 году. Основная идеология была социального государства. Полный охват услугами здравоохранения всех граждан Великобритании. Идея. То есть главная идея реформы – это универсальный охват. Если вы возьмете документы ВОЗа этого года, там тоже будет. Главная задача любой системы здравоохранения – обеспечить универсальный охват. То есть чтобы каждый пациент, независимо от того, где он проживал, имел доступ ко всем ресурсам системы здравоохранения. Вы сейчас выборы в США. Лидирует среди демократов Берни Сандерс. Универсаль. С вот такой вот программой Medicare. Универсальный охват системы здравоохранения. Любая реформа должна быть направлена на охват. Так вот, что сделал Беверидж? Он пришел и сказал, ребята, вот есть классная система. Они увидели возможности, социальные возможности советской системы. И главное, мобилизационные возможности во время войны, 42-й год. И поняли, что без универсального здравоохранения, социального здравоохранения, невозможно формировать нацию, которая будет противостоять агрессии. То есть идея была же в чем? Величие лорда Беверидж как такового, вот его идеи, он в здравоохранение вставил в базовые социальные гарантии государства. У него базовые социальные гарантии – это пенсионное обеспечение, страхование от несчастных случаев, соцстрахування і здравоохранення. І фактично він систему СМАШку реалізував у Британії. Ідеологію системи з універсальним доступом СМАШка реалізував у Великобританії. Просто різниця в тому, що система СМАШка в плановій економіці орієнтувалась на бюджетну систему, ну, бюджетні учреждения, а в риночній економіці вони розділили підприємство государственне і закупку услуги. Ну, как любой рынок формировался. Поэтому у них появилась Национальная служба здоровья, которая закупала эти все услуги для каждого гражданина страны на каждом уровне помощи. Но это очень дорого. И ну, тобто, вот для того, сейчас... чтобы реализовать систему СМАШку, как в Радянском Союзе, это очень дорого, так и в Британии это тоже очень дорого. Это очень дорого. Вот сейчас они, когда Джонсон пришел к власти, он сказал, что нам надо дополнительно сделать нашу систему здравоохранения, чтобы бюджет был больше, чем бюджет НАСА. И он дополнительно сказал, что я 130 миллиардов фунтов буду вкладывать на протяжении нескольких лет в систему здравоохранения. Вообще система здравоохранения Великобритании, вот мы взяли модель системы здравоохранения Великобритании, система здравоохранения Великобритании съедает практически 20% всех бюджетных расходов страны. Вот громадный бюджет Великобритании, система здравоохранения съедает 18,5-19% всех госрасходов. Ну, теперь мы взяли эту модель, положили на наш никакой бюджет. І у нас на здравоохранення. Так, а якщо Супрун критикувала СМАшку, систему СМАшку, то чи вона що, її просто продовжує реалізувати без бюджету, чи як? Реально в реформі здравоохранення України бюджетне здравоохранення реформировали в бюджетне здравоохранення. От ми взяли одну бюджетну модель, і вроді і оставили бюджетною моделлю. Але ж ми розуміємо, що якщо я не помиляюсь, що система СМАШку там вони все ж таки робили крок в сторону того, щоб люди не хворіли, щоб профілактика йшла захворювання. Тут то ж саме. На самом деле тут в нас в Україні слово профілактика в медицині це якийсь архаїзм. Я щось не пам'ятаю, щоб когось там направляли в якісь курорти, санаторії там, чи там воду пити там в Трускавець. Ну, подивіться, на самом деле у в британській системі
профилактика тоже идет во главу угла. Только реализуется немножко по-другому. Там и профилактика идет через семейного врача. Угу. Вот, собственно говоря, идеология семейного врача – это человек, который лечит. Это человек, который получает деньги. Вот если обычный врач получает деньги за болезнь, то семейный угу. врач получает деньги за здоровье пациента. Угу. И у них, кстати, парадигма работы должна быть другая. Понимаете, просто там должны быть профилактические. Кроме этого, кроме работы врачу, которому платят за пациента, в британской модели есть очень много профилактических мероприятий, которые проводятся дополнительно. Но логика именно такая. Вот семейный врач, которого и вводили у нас, но это, опять же, это не Супрун вводила семейных врачей. Первый съезд семейных врачей на Украине произошел в 2000 году. Основная идея вообще появления семейного врача – это врач, который получает деньги за ваше здоровье. Угу. То есть приписанные пациенты, чем вы меньше болеете, то есть денег, он получает денег независимо от того, болели вы или не болели. Чем вы меньше болеете, у него количество денег не увеличивается, но и работа уменьшается. Поэтому угу. он должен вас профилактировать, раннее выявление. Чем раньше он выявил заболевание, тем быстрее он вылечил, тем меньше вы болеете, это его работа. А работа обычного врача – вас лечить. Понимаете? В этом-то и логика противостояния этих двух противоположностей, диалектика. Угу. Что семейный врач получает за здоровье, а специалист получает за болезнь. И угу. поэтому специалисту выгодно, чтобы вы болели. Ну, так оно и, к сожалению, да? А семейному врачу выгодно, чтобы вы выздоравливали. И вот одни вместе в системе должны ну, как-то сбалансировать. Только логика в том, что семейный врач должен получать меньше, чем специалист. А у нас семейный врач сейчас во время реформы будет получать 15 тысяч, 17 тысяч гривен. Угу. А специалист, который делает намного более сложную работу, будет получать 6 тысяч гривен, 5 тысяч гривен. И вот как они будут взаимодействовать, я не понимаю. Просто рекомендувати потрібно громадянам України, щоб вони просто не хворіли, тому що це буде дуже небезпечно. І з одного боку, і з боку лікування теж, я так розумію, дуже скоро. Ну, к сожалению, да. Ми должны, каждый должен понимать, наше государство отказывается от своих социальных обязательств. Это правда. И теперь каждый сам за себя.